сначала как бы я не видел моменты, потом уже показал на спресс-роше. Ему в спину там сказали, он уже уходя в коридор что-то там крикнул. Ну, то есть это же там не интервью какое-то, да, где он публично. Я думаю, что, конечно, внутренне не совсем это верно. Я думаю, что все равно какая-то степень корректности должна присутствовать. Очень надо выбирать, но то, что какая-то субординация должна присутствовать, тем более по отношению к старшим. Что